Привет, дорогие друзья, с вами я, Серафим, и, как всегда, мы продолжаем играть в «Мафию Третью», как это ни странно. Не надоедает пока мне эта игра, я вот до сих пор не пойму, откуда вот столько гневных... Не, ну как, на самом деле, я это понимаю, много людей просто любят, я не знаю, погневаться на все подряд. Вот, в общем, что мы сейчас будем делать? Я тут немножечко заезжал за очередными коллекционными предметами, то есть, вернее, последний, там, пластинка последняя в Дарли Холлоу собрал, откат в два косаря, да, можно пока подождать, пусть побольше вырастет, у нас 20 косарей есть, как бы, ну, такой, нехилый такой капитал, ну, я так считаю, пока что, и 1800 уже... как бы на кармане, в лопатнике, вот, пока некуда его девать, ну, да и мелочь тоже завозить не хочется, хоть мы прям мимо там и проедем. Я предлагаю, у нас вот следующее наше задание, да, мы поедем в River Row, кровь трудового народа. Теперь мы партнеры, однажды Вита принял решение объединиться с вами, может быть, он хочет его закрепить. В общем, доехать до ресторана Вита. Вита управляет River Row из занюханного офиса над ресторанчиком Беннис. Короче, подъедем к его ресторану. Я думаю, мы даже где-то вот здесь прослушечку, коммутатор поставим. И начнем потихонечку захватывать River Row. То есть вот этот район, Bayou Phantom, я думаю, пока еще рано. Хотя вот смотрите, есть... Украсть катер. До сих пор есть задание, да? Интересно, и чей бизнес я могу расширить? Странно. А ну, давайте задачи сейчас посмотрим. Странно, вроде не было. Ну, ладно, я думаю, пока к ресторану мы не будем ехать. Ну, в смысле, вернее, к ресторану поедем, мы не будем ехать за гербарием. Классная тачка, кстати, мне нравится. Такая симпатичная. И как раз я заехал немного дальше, и вот поедем, полюбуемся пейзажами. Я вот как-то после переустановки винчестера, знаете, как-то даже получше стало, ну... Настройки все те же, напишите в комментариях, вот как вы заметили или нет, стало лучше, хуже или так же, пофигу. Вот, то есть, ну, как по мне, стало немного лучше, меньше фризов, по крайней мере. Ну, так что, вот как-то так, наш стриптиз-клуб, то есть, вернее, уже у нас не стриптиз-клуб, у нас уже... Как это правильно называется, там джаз-бенд. Воу! Хорош, покрутил. Я, кстати, пока заново перепроходил мафию, да, так как сохранки слетели прошлые. Ну, еще в тот раз. Я учился дрифтовать там понемногу, даже на фуре там какой-то. Не, на грузовике с гербарием. Вот, и, кстати, очень. Ух ты, ё-моё, очень прикольно. Так, аккуратненько, тут как-то солнце не очень круто. Я даже по этой дороге когда-то ехал. Ну, все, въехали в территорию Bayou Phantom. То есть здесь вот эти, как вы видите, болота. То есть речки. Такие болотистые местности. То есть тут аллигаторов пруд-пруди. Просто, я не знаю, можно прямо тут на берегу, на мосту, так ларек с кожаными сумками, там, кожаными ботинками открывать. Элементарно. Так, вот здесь есть прослушечка по пути, я думаю, надо бы ее поставить. Ну, так как, блин, она прям вообще близко. Так, где ее можно поставить? Вот тут все бабосики где-то есть. Телефон для стукачей, это я понял. А где деньги? Или они под землей здесь? Нарушение границ. Контрабанда. Так.
здесь, может, где-то. Странно. Только что где-то здесь. Вот, коммутатор. Он находится прямо вот здесь. Ну, прям бронежилет его заслоняет. Не столб ли случайно это? Нет, не столб. Так, вот где-то здесь. А, вот он. Тебе гоню уже. Так, ну давай. Линкольн Клей. Линкин Клей. Есть контакт. Ну. Короче, он сказал, мы этих нехороших ребят теперь услышим все, что они задумали здесь. Что тут есть? Варгас. Каждая картина Варгаса в городе — подарок Села Маркана. Вот, еще вот оно что. Эти картины не просто так картины, это подарки Села Маркана каким-то бизнесом, да, там, предприятием. Мы их тырим, тем самым как бы такой плевок, знаете, там, за шиворот куда-то в ухо Селу Маркана, да, вот, и подрываем его, скажем, хорошие связи, ну, наверное, хорошие, с какими-то там предпринимателями, да. Так, вроде наш милиционер. Так, давай гуляй лесом. Мы знаем, что все они подставные, поэтому мочить их можно без зазрения и совести. Да-да-да-да-да. Именно так. О, брусчаточка, прикольно. Танки гоняют, что ли? Так, припаркуемся немножечко здесь тоже. За зданием. Ну, так как мы уже здесь, да, нам на этом районе тут рассекать, почему не поставить прослушечку? Так, а ну, ломай тут все. Ломай его полностью. Так. Угу. Кстати, что вы там на меня смотрите? Я вообще хороший парень. Свалили нафиг. Так, что у нас здесь? А, пропаганда какая-то есть. Реверо. Да, все, мы уже подъезжаем. Тут рельсы, кстати. Тут еще прослушка. Ну, нормально. Я вижу плакат. На радаре виднеется. Так, вот рельсы, этот трамвай, наверное, да. Можно было отсюда заехать, но мы поедем по-нормальному. Опс, бабуля, чуть не сбил тебя. Чё ты? Воу! Чё? Чё, блин? Найти Вита. А почему там какой-то красный хрен? Что-то мне не нравится. Я думаю, может заблокировать этот грузовик. Сильно, правда, не заблокируем. Так, блин, а там много красных. И что мне с ними делать? О, так. Я управление менял. Вспомнить. А. А, можно грузовичок угнать.
Может, я зря машину тут припарковал. Бля, тут тачки такие прикольные. Слушайте, а тут реально в этом районе другие тазики? Ну, как-то побогаче, что ли. А, вон там. Wish Greco would just let us kill the post some bitch and get it over with. Nah, Greco wants to show how tough he is. Beat on old Vito till we all respect him. If only all it took was beating up on a washed up carpet bagger. Mm. У Вита, я так понял, проблемы. А ну, сюда подошел. Какой хороший у тебя пулемет. Так, а как бы нам... Ага, тот там за тазиком прячется, этот... Не, ну... Сюда подошел пацарик. Слышь, бля, ты посмотри, как он виляет тут. Сюда, я сказал. Got lots of places to look. Блин, он тупой или что? Чувак, за свою тупизну ты, блин, будешь зарезан возле машины. Пистолет вроде такой же самый. Еще один, да? Опа. А тут, я смотрю, ребята уже лежат. Короче, это ребята, скорее всего, Вито. То есть из его банды. И его, походу, сейчас прессуют. Нам нужно его выручить, да? Давайте посмотрим. Найти Вито. Больше ничего не сказано, да? You know what I mean. Look, I get doing them coons over in Holla. Hell, bringing that dumb cracker Richie in makes some kind of sense. But Vito's made. Was made. Word come down from on high that Scaletta's out. And that means he's out. Anyway, Greco might be stupid. He might even be crazy. But right now, he's the one calling the shots. Mm-hmm. Так, слышь, поц. Сюда подошел, жарабас. На тыку не спеша думает, че тут это разберусь. Ой, что это такое? Кто это сделал? Я не знаю, как это вообще. Погрузчик. А че ты занервничали? Трупов никогда не видели. А? Че? Что? Стелс это, понял? Так, один остался. Больше не вижу. Пулеметов хоть попой ешь. Не поймет, куда ему поворачивать. Поворачивать голову вот сюда. О, вон еще двое есть, да? А, и вон Вито. Все, ребят. Че это? А, коммутатор. Кто свистит? Кто свистел? Так. А, не, смотрите, еще. Четверо осталось. Мы уже перебили там, целую жменю. Так. Jesus. I got some on me. That's probably what. Somebody's brains. A little bit of intestine, maybe. I didn't think Greco would. Jesus, God, I'm sorry. You gonna say something? Say
something, goddammit! Yeah, puke around me, you're gonna end up like your buddy there. Привет. Есть контакт. Оп, скоростное устранение. Сюда подошел. Бля, там сзади, блин, еще один, я не спалил. Оп, ляж, отдохни. Там еще один. Так, а ну-ка. Пацарик, сюда подошел. Опс. Да и пофигу, все равно, смотрите, нормально их разваливаем. Так, и один еще где-то здесь был. Вот он. Нифига не слышу. А? Вот и я. А еще, подожди, где-то снизу чувак есть. Один, что ли? А как сюда спуститься? А, вон. Ну, курение убивает, как говорится. Вот примерно так иногда. Бля, еще один там. Да сколько у вас? Ничего себе. Не, ну, блин. Я уже затем не пойду. Мне как-то влом. И этих двое, да? Так, как сюда войти можно? Точно, сзади вход есть или нет? Так, они его где-то закрыли, походу. Вообще, короче, слепые. Так, чувак, я тебя не знаю, ты что-то готовишь, небось, вкусное, но в другой раз, понял? А ну давай. Не, вот так. Да блин. Да открой ты дверь. Только взламывать не хочешь, выбивать. А я бы с ноги ее выбил. Looks like I got here just in time, Vito. Lincoln. How's this possible? I thought you were dead. Bullet was deflected by my skull. Luck. Worst place to shoot a fella's in the forehead. Skull's harder than you think. Come on. We need to have a talk. When I heard about what happened, I went to Marcano asking my cut right then and there. I figured if you fucked you and Sammy, I'd be next. Yeah, I'm guessing he didn't go for it. Said he wanted to wait for the heat to die down. Didn't want me running around, buying expensive shit, getting noticed. Like I'm some fucking amateur, never sat on a big score before. Да, он недооценил Вито. Явно какой-то тупой отмазал начал мутить. The money I fronted for the robbery was pretty much everything I put away. Didn't have enough to run, so I stayed. Commission wouldn't let him just kill me, so I figure I'd make that cocksucker jump through every hoop. Make him prove I deserve to get whacked. Wasn't much, but it was something. Heard he brought in his nephew to push you out. A kid named Michael Greco. Nephew by marriage, not blood. Смотри, бодренький такой, после холодильника. Sure didn't number in here. Yeah. They were looking to see what other rackets I was running.
Like I'd leave a fucking paper trail in my office. Eh, don't bother with that shit. Hey, Zabi. Look, appreciate you getting me out of the freezer and all, but what are you doing here? McConnell deserves to pay for what he did, so I'm going after him. Him, his brothers, his lieutenants, all of them. And I'm gonna need your help. Look, pretty much whittle me down to nothing. I mean, this is it. For now, maybe. Once I take back River Road from Greco, money will start coming in, it'll be a different story. Also, we're partners now. As long as you do what I say and give me what I want when I want. So goodbye, Marcano, hello, Lincoln Clay. It's either that or more of this. And next time, I won't be around to fish your ass out the freezer. Ну, убедительные аргументы, как по мне. Nobody kills that scumbag but me. You bring me Greco. I'm in. Tell me about his rackets. He took over the dock union and he's got a warehouse. He has a lot of valuable shit in there. You take both of them out. Greco's finished. A couple of my guys been keeping tabs on him. You should talk to them. They'll fill you in. All right. Ясненько. Денежный депозит. Новая услуга на связь. Сброс налички прямо на ходу. О, кстати, прикольно. Консильери называется. Интересно. Звоните консильери, чтобы сбросить избыток налички, тогда деньги не пропадут, если вас убьют. После улучшения консильери будет также забирать для вас откат, если ей позволить. А, это она, в смысле. Консильери. Прикольно, слушайте. Открытое сюжетное задание. Контрабанда. Ой, сразу крокодил подплыл. Чё ты тут забыл, чувак? У меня нету для тебя трупов. Не, ну в смысле, они где-то есть, но, наверное, уже нет. Такой, ну хотя бы один трупик. Ну чуть-чуть, хоть половинка, хоть ляшечку одну. Ну, чувак, извини, Гена. Геннадий, сорян. Так, вот здесь где-то... А, это у нас пометка, мне нужно вообще вовнутрь зайти. Где-то тут что-то синее было, да? Аве Марии какие-нибудь. А, трупы есть, кстати. Может, и покормим. Может, и покормим. Так, где синие? Может, на втором этаже каком-то. Так, а что он готовил хоть? Отбивную, что ли, рыбную? Так, а ну, чувак. Ты вроде такой упитанный. Думаю, сойдешь. Жалко, не пишет, на каком этаже. Бля, и закрывает. Ты посмотри на него. Так, ясно. Так, тут нет второго этажа. Где она находится, эта синяя хрень? Ну, фарш есть, как бы. Очень странно. Чуваки валяются, а этой фигни нет. Хотя, подождите, у него офис на втором этаже. Так, подождите, может... О, тут, смотрите, что-то есть. Картина Варгас. Давайте здесь откроем эту хрень. Fresh seafood, свежая морская еда. Как-то так, да? Да, вот здесь где-то эта фигня находится, нам сюда, наверное. Офис, о, уже порядок. Эй, Линкольн,
I'm still trying to get this place back in order. Да я вижу, вижу. Молодца, молодца. Так, сразу два Варгаса получили. Ну да. Угу. Так. Ну да, не, класс, порядок навел. Хотя все равно, видите, такое убогое помещение, старенькое. Крокодил Геннадий все ждет и ждет, говорит, ну мясца бы мне, мясца. Я не помню, тут ребята остались. Вот тут остался чувак, был же где-то. О, о, еще один. Так, а ну, цыпа, цыпа, цыпа. А ну, иди сюда. А ну, ом-ном-ном. Ну, смотри, какой вкусный. О! И все. Покормил. Так. Деньги вроде с этих ребят я все собирал. Ну, автоматом. Все повзламывал, оружие валяется. Так, это ресторанчик, это склад. Тут мне, наверное, ничего не надо, правильно? Что тут у вас есть? Шиппинг. Угу. Смотри, какая рыба висит. Фишмонгер. Это кто? Это тунец? Или лаосось из провинции Лаосянь. Офис какой-то. Так вроде офис не тут. Порт. А, это портовый офис. Темно, правда, здесь. Нифигашеньки не видно. По-моему, мы здесь шарились. Да, мы через него, по-моему, шли. Так. И давайте смотреть дальше. Так, здесь у нас Вита Скалета. Банда Вита подчиняется только ему и держит итальянскую точку на берегу реки. Так, вот, Риверроу, профсоюзный рэкет. Джок вряд ли стал бы вам доверять, но он горой стоит за своих работяг, а значит, у него нет выбора. С Джоком Бланшардом. Так, ага, это есть задание. Такое есть у нас, что еще по заданиям. Вот здесь расширять бизнес, я думаю, вот этим даже, может, сейчас займемся. Так, и Конни де Марко тесно связан с Вите и сделает все возможное, чтобы помочь ему вновь подняться. Вот смотри, тут такой здоровяк, а тут я не обратил внимания. Да, тут особо не видно. Тут, короче, типа такой крутяк какой-то, а этот вообще здоровячок. То есть завербовать еще двух подручных, да, и отвезти, наверное, через... Кассандру, давайте я, наверное, сделаю. Потом бабульнике как-то нужно оформить. Короче, давайте сюда. У нас как раз должна быть где-то тут лодка. Отвезем и... Короче, что-то такое намутим. С этими ребятами еще успеем пообщаться. А, что я гоню? Мне ж лодка нужна. Я на машинке пошел. Хотя, подождите, а чё я гоню? Я ж могу просто сюда вообще приехать, да? Ну, реально, по воде я ж маркер не могу выставить, а... И даже давайте вот так. Да, всё, и на машине поедем. Как раз по окрестности посмотрим. Просто на машине хотя бы можно... Так, а мой тазик угнали, да? Вот интересно, вот это что за фигня? Тазик такой, знаете, уматный. Булворс какой-то. О, ну мотор мне уже нравится. Кстати, собирать вот эти все мелочи я потом, если что, может, даже не на видео. То есть какие попадутся под руку по пути, я их соберу на видео. Какие надо будет отдельно ехать, я
уже вне видео. Так, смотрите, вот нам дорогу прорисовали. В принципе, нормально. Терпим. Давайте посмотрим, долго ли нам вообще туда катить. Ну, на таком тазике, я думаю, вообще недолго. Топит. Ну, вообще отличненько. Мяу. Вон еще одно задание. Жух. Ага, сам такой. Ну, ребят, давайте, давайте, давайте. Тетенька, вы куда? Тут пешеходного перехода нет. Так, ну сюда вообще. Оу, оу, что это было? Во что я врезался? Блин, у меня не успело прогрузиться. Я уже думал, какая-то байда, и это... Чувак... Вали нахрен. А, да-да, давай, вызывай. Вот реально вызывай. А, быстро вызвали. Ну, джип классный. Ну все, пожалуйста, пока она им договорила, кого надо искать, как он там выглядит. Смотрите, какой шикарный джип мы себе намутили. Такого горчичного цвета, матного. Рыжий бесстыжий. Что тем тазиком я уже все заборы там подровнял, невидимые. Они проявляются, магия была как-то, магический барьер был на этих заборах. Магия итальянской мафии. По этой дороге реально вот как раз я правильно себе джип взял. То есть тот тоже был такой типа пикап неплохой, но этот джип вообще внедорожник. Да-да-да-да-да. Вообще такой сильно не дрифтует, не скользит, то есть хорошо, хорошо с ним все в порядке. Вот, приедем мы, короче, туда, в порт, и отметелим ребят. То есть с воды их неудобно метелить. Вот, а с земли круто. И вот такая тоже тачка мне нравится. Я уже в другом конце города. И мы его потеряли, да вы и не видели меня. Потеряли — это когда нашел что-то, а потом потерял. Чтобы потерять, нужно сначала найти, а вы меня не находили. Прочесать. Халтурите. Да, слушайте, классно, тут район такой. Рельсы, интересно, может паровоз тут где-то проедет какой-нибудь. Топит тазик нехило. Да-да-да. Сигнал другой. О, где-то я в таком месте был. Че, никого красных нету? Серьезно? Ни бандюков. Ну, неужели нужно приплыть на лодке? Я гоню, наверное, да? Короче, нужно приплыть сюда. О, вот давайте в лодку сядем. Ну вот я сюда пришел, и чё?
Не знаю, это глюк, не глюк. Гоните, да? Че, зря сюда перся, что ли? Товары из Японии, да? Эх. Украсть катер. Так нет катера. В том-то беда. Или нельзя сюда приезжать с этого? На морозе. Так, ну вот, пришел я. Где катер? Серьезно? Ладно, ребят, в общем, я буду разбираться с этим, ну, уже в следующей серии. Расскажу, что как. Но что, ну, пахнет каким-то глюком непонятным. Либо нужно действительно из порта по реке плыть только так. Ну, это как бы странно слегка. Ну, а если я хочу по земле заехать? Либо они, у них выходной сегодня. А что мне тогда задание выдали? То есть, поедем тогда, выполним контрабанду. Вот, и все будет в ажуре. То есть, деньги пока скидывать. А ну, подождите, как там? У нас есть оборвать линии. А, вот есть консильери. Бесплатно. А это отметка одна. А, вот все, теперь нам отметки нужно собирать. Ладно, в общем, в следующей серии как раз увидимся. Не забывайте лайки, комментарии, подписки. Все одобряется. С вами был я, Серафим. Увидимся в новых видео. Пока.